13 лет практически полная слепота. До 13 лет я как-то видел одним глазом. То есть проблемы со зрением начались в раннем детстве. Ретинобластома называется. Катаракта в 7 лет, операции постоянные. Но жил как обычный ребенок. Родители тоже не ограничивали. Учился в обычной школе. Гулял на улице. Общался с обычными детьми. Велосипеды. Все вот эти подвижные дела. Ну, в то время как бы дети были другие немного. Сейчас я, насколько знаю, детей одних не отпускают гулять. А тогда мы уходили и вообще на другой квартал куда-то, и подолгу у нас не было никаких сотовых телефонов. Это, ну, середина 80-х. Тогда было зрение одним глазом, очень большие очки, там чуть ли не до плюс 13. Это вот после катаракты, после операции, потому что хрусталик был удален, надо было компенсировать за счет больших линз. Много вот такого было разного увлечения детского, и рыбки аквариумными, как я это называл, у нас во дворе сезонами шло. Сезон рыбок, сезон ошичек, сезон лянги, сезон еще чего-то. А потом уже, когда пошли вот всякие видеосалоны, фильмы про боевые искусства, начали появляться секции. Ну, тоже захотелось, ну, прям... Конечно, все ходят. Один пошел туда, один на карате, другой на тэквондо, один там еще на какое-то ушу. Тоже захотелось, естественно, все мои врачи мне говорят. Но это было вредно, это были физические нагрузки, а мне их не очень было можно. Ну, что, в принципе, в итоге и привело, наверное. Я все-таки этим занялся, секция тэквондо, даже какие-то успехи вроде были. Ни в каких, правда, соревнованиях не участвовал. Туда меня не допустили, так мягко. Не было никакой травмы, не было никакого удара. Просто, видать, от перенесенных нагрузок прыгать, скакать, крутиться, вот это все. Оно начало влиять на оставшееся зрение путем отслоения сетчатки. Это такое заболевание, которое пока что нерешаемо. Факт в том, что где-то в 13 лет оно начало вот прям так явно быстро ухудшаться. Двери операции с 93 на 94, потом при еще один заезд, еще две. Короче, в общей сложности в 90-е годы 5 операций. И длинных прям, там, от 5 до 7 часов. Насколько государство помогает вам в вашей жизни? Платит пособие, пенсию. Сколько сейчас пособие? Около 700 тысяч, но я получаю пенсию, потому что там есть такой момент, что стаж 5 лет, можно сделать перерасчет, и ты будешь получать пенсию. Но еще другой момент. Государство в чем помогает? В последнее время, вы знаете, тема людей с инвалидностью стала трендом. И если раньше чиновники до этого тренда говорили о том, что... Ну, почему тебе не сидеть дома, там, ну, почему бы там, что вы еще хотите, там, да, что в этом роде. Сейчас ситуация совсем другая. Ну, президент выступил, теперь ситуация другая. Теперь, прежде чем просто сказать, ну, ты же человек с инвалидностью, сиди дома, тому или иному чиновнику надо крепко подумать, прежде чем об этом говорить, да, потому что времена уже другие. Мне кажется, вот это самая важная помощь. Что госслужащие немного стали по-другому относиться к людям с инвалидностью, вообще к теме с инвалидностью. Вот сейчас вот подойди к какому-нибудь министерству и предложи какой-нибудь проект. Если даже они не захотят делать, они напрямую тебе не скажут. И это роль все-таки государства. Это важно. Ну и пришлось сидеть дома, никуда уже ходить, только там с старшим братом куда-то за руку. Стал музыкой интересоваться, брат ставил разные... интересные команды, естественно, рок, такой причем классический, 70-е, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple. Ну и стал еще и увлекаться вот это вот все меломанство, кассеты, записи, новые альбомы, а вот еще вот эта группа, еще это послушать хочется. Родители поддерживали как-то все мои вот эти проявления. Стало интересно, занялся гитарой классической. Кружок ходил, учил всякие этюды, романсы. Тогда уже не видели глаза, да? Да, да, уже все. Чуть-чуть вот так сделаем.
барабаны хотелось изначально, но гитара тоже была интересна. И причем именно электрогитара, чтобы как бы играть ту музыку, которую слышишь, а я пошел на классическую, тоже это было, конечно, полезно, интересно. А барабаны, ну это же ударная установка, это громко, это много места занимает. Но все время все равно хотелось, и как-то так получилось, что познакомился с соседом, который... тоже большой такой ценитель музыки, меломан, обменялись дисками. И выяснилось, что он играл когда-то с ребятами, занимался в группе. И потом в один день он сообщил, что вот хотим опять сейчас собраться, вот устраиваюсь в школу, чтобы работать там с детьми, и при этом можно было заниматься. Ну, что-то вот барабанщика нет, все, говорю, давай как-нибудь идем, попробуем, поиграем. Сел за барабан, и вроде что-то получается, потому что дома я этим занимался чисто по наитию. Я находил все, что похоже звучит на то, что я слышу на записях. На тарелки, на барабаны. Очень много было перепорченного инвентаря домашнего. Всякие абажуры от металлических ламп. Мамины спицы алюминиевые, которые прикольно звенели. Пластмассовые стулья. Вот это все я составлял, ставил какие-то любимые свои записи. Я не знаю, как соседи это все выносили, но в общем... Ну а уже как вот я попал вот в этот коллектив, небольшой, там всего было 3 человека, начали что-то играть, заниматься. То есть я играть начал раньше, чем реально учиться. Учиться я начал чуть попозже, брать частные уроки. В общей сложности у 3 преподавателей по очереди. Но все это время продолжал играть, в группах уже пошли какие-то сейшены, в какой-то... вливание в рок-тусовку того времени. И все это как бы шло вот так, просто по фану, удовольствие. Никакого заработка, никакой прибыли от этого практически не было. Когда уже где-то в середине нулевых какие-то начались концерты, за которые нам что-то давали, но это было редко. Концертов было не так много. Я все время смотрел в сторону того, что, ну, раз я уж этим занимаюсь, то, может быть, когда-то я буду играть в составе, который... играет другую музыку, но получает за это деньги. А на что существовали, получается? Ну, пособие, пенсия, помогал. Где-то папа пока вот не ушел из жизни. Он что-то подкидывал там. Ну, какая-то помощь была. Много кто чем-то помогал. Какие-то там вещи, инструменты кто-то какие-то там бывало дарил. Те же палки, друзья. То есть очень много друзей, знакомых, хороших друзей всегда было. Вот сейчас такой целый пласт молодежи вышел, которые не получили профессионального образования, профессии, а им же надо устраиваться или сидеть дома вот так вот, закрывшись от всего общества, или все-таки выходить, трудоустраиваться. Без профессии не трудоустроишься. Либо только такую вот мести, где-то подметать, мыть полы. То есть низкопрофессиональную. По поводу каждого я бы завела судебный процесс. Как они выпали из процесса получения образования. Это подсудное дело. Они не должны были, никто не должен человека с инвалидностью, тем более выталкивать. Знают, что если не получит образование, куда он пойдет, некуда идти. Как выталкивают прям фактически? Под всякими предлогами. Ты слабоумный. Вот у нас, когда начала наша психолог работать, она вообще думала, что все недоумки занимаются. Постепенно, она второй проект уже с нами работает, постепенно она прониклась. И мы просто сталкивались с такими моментами. Пришла девушка, я хочу работать. Хорошо. А что ты можешь делать? И постепенно выясняется, что ничего не может делать.
когда мы пытаемся разобраться, какие навыки есть, никаких, а где ты училась, нигде. Вот училась в интернате, но с интерната в свое время ее выгнали, потому что там какое-то поведение не такое было. Я потом созванивалась с директором интерната и сказала, как вы думаете, если я подам на вас суд, суд чью сторону возьмет? Вы могли вообще такое допустить, что ребенка из процесса образования, получения образования исключить? Ну и она испугалась и взяла девочку обратно, конечно, и она занималась. Если она как-то не так себя вела, есть воспитатели, занимайтесь. А воспитатели там занимались тем, что учили их молиться, как потом выяснилось. Такие вот случаи. Потом родители тоже держат их дома. Хорошие занятия очень. И продукты сами предоставляем, и оригинальные очень блюда изучаются. А нету. Полную группу мы так и не набрали. Просто потому, что люди не дают? Из-за пассивности, вот. А вот про пособие сказали, насколько... Это же, я так понимаю, государственное пособие, правильно? Да. Пенсия по инвалидности, инвалид первой группы. Насколько его хватало и хватает вообще? Ну, если вот убрать сейчас мою какую-то там активность, где я что-то зарабатываю, то ну, не намного. Я не в претензиях, оно как бы помогает, все, но то, что у меня есть возможность работать, меня это радует, и я доволен. Ученики, когда какие-то есть, я тоже учу, это все частным образом происходит. А сейчас работаете, чем зарабатываете? Я играю в кавер-бенде. Какой-то пошел такой тренд, что можно играть в ресторанах живую музыку по вечерам. Ну, плюс какие-то корпоративы, свадьбы, банкеты, выезды в соседний Казахстан даже. Попробуй без локтя потом. Я знаю, что у меня есть расписание на неделю, что вот в эти дни, в эти вечера я занят. Я еду, работаю. Я просто очень люблю, большой, вернее, любитель такой, ну, относительно эксклюзивной музыки. Это джаз-рок, фьюжн, прогрессивный металл, когда это еще все смешивается, все вместе. У меня очень много, большая коллекция, я люблю это слушать, как музыкант, просто мне нравится. Поскольку в Узбекистан, Ташкент вообще очень редко попадала такая музыка, джаз, там, традиционный какой-то, может, экспериментальный, еще как-то сюда заезжал, а вот то, кого я люблю, кого я реально слушал, барабанщиков, гитаристов, ну, сюда не попадали вообще. Ну и просто в один такой день получилось, что стало возможным привести сюда музыкантов, которых мне нравится слушать, которых я уважаю. Ну и опять я не один, это вот мой руководитель коллектива, в котором я сейчас работаю, Джасур Мирсагатов и еще двое ребят. Просто пошли к спонсору просить денег. Помочь заорганизовать концерт. Очень было интересно, я прям так вовлекся. При том, что это абсолютно не заработка ради. То есть мы даже потратились нормально, то есть вложили помимо спонсорских денег свои. Но это был такой экспириенс, такой классный опыт, такой драйв. Здесь есть любители металла в зале? А любители джаза? А когда это все смешали вместе? Вот. Ну все, отлично, вы попали в правильное место, в правильное время. Ну, то есть я его не ожидал, что вообще когда-то эти люди сюда приедут с концертом. А тут мы организовываем и принимаем участие. Я звоню туда, звоню сюда, там что-то. Были какие-то кое-какие проблемы, мы приходилось их решать, звонить, объяснять, рассказывать. Потом следующий концерт также мы организовали уже в другом составе, при участии другого спонсора. Один концерт вот в мае я практически сам полностью сделал. Тоже. Ну, опять не без помощи. Если мне никто не поможет, то сам я все не решу, конечно.
тут многие задействованы люди. Но вот эта вот работа на телефоне, позвонить тому, позвонить этому, договориться с этим, отправить месседж WhatsApp артисту, спросить то, спросить это, позвонить гостиницу, забронировать. Очень нравится. Ни копейки еще не заработал и пока не планирую. Наоборот, хочу, чтобы это еще была возможность еще раз сделать. Отнимает много энергии, сил, но удовольствие колоссальное. Особенно, когда люди приходят. Люди, правда, ходят не очень хорошо на это все. Но есть, кто приходит, поддерживают. Просто эта музыка не коммерческая. В принципе, они даже у себя там в Америке, в Европе не зарабатывают много на этом. Но она очень искренняя, очень виртуозная. И когда ты с ним рядом сидишь, там угощаешь пловом, самсой, который никогда не ел. Это вообще бешеные чувства внутри. А я его когда-то просто слушал и думал, ой, как же это все играется. А это вот в трех метрах от тебя, и вот он простой, как три копейки, добрый. Люди с инвалидностью в большинстве случаев могут найти себе применение, если у них есть хорошее образование, да? Но вот посмотрите, вот с 2018 года работает 2% квота на поступление в высшие учебные заведения. Мы не набираем эту 2% квоту никогда. То есть не было такого, чтобы мы набрали полностью эту 2% квоту. Потому что 56 баллов нужно набрать. А не хватает, возможно, знаний, уровня. Для меня кажется образование, может быть, кто-то другой скажет здравоохранение. Но для меня образование, потому что человек с инвалидностью, молодой человек с инвалидностью, да и вообще человек с инвалидностью, может найти свой путь благодаря хорошему образованию. Нам нужно с этим очень серьезно работать. Ассоциация инвалидов Узбекистана, мы тоже этим гордимся успехом. Мы давно поднимали вопрос о квоте для поступления в высшие учебные заведения. Есть квоты для, допустим, военнослужащих, да, для детей, работников правоохранительных органов и так далее, и так далее. Но человек с инвалидностью не может стать военнослужащим, не может стать другой категорией, которая подпадает по льготу. И мы предлагали, чтобы создали квоту для поступления в высшее учебное заведение для лиц с инвалидностью. И эта квота указом президента была создана, 2%. И с 2018 года по сегодняшний день 6,5 лиц с инвалидностью обучаются в институтах. А с 1991 года по 2016 год, 2018 год, всего лишь 500 инвалидов обучились, 500 за 25 лет, да? И 6,5 за 4 года. Вот вам разница. А образование для лиц с инвалидностью – это орудие для существования. Я многим лицам с инвалидностью говорю, тренируйте мозги. Мозги – это орудие труда для лиц с инвалидностью. В 13 лет обычно, я не знаю, у кого как, но у меня такого прям не было депрессивного состояния, что вот все закончилось, новая жизнь. Как-то я это, может, легче перенес просто. Я общался со слепыми, которые стали уже в более зрелом возрасте после 30. Ну, тоже кто-то справился, кто-то нет. Ну, тут тоже все индивидуально очень. Может, да. У них не было такой поддержки в 30 лет уже от родителей. А так, да, конечно, все мои вот эти вот занятия музыкой, хочу то, хочу это. Ну, тоже, да, это все требовало денег. Естественно, просил у папы, у мамы палочки, потом дальше больше уже что-то по инструменту. Сам инструмент в свое время, вот, благодаря папе, появился в моей жизни, мой личный, персональный. Громадное участие и физическое, и материальное. Насколько вообще людям с инвалидностью тяжело найти работу, как вы думаете? Крайне тяжело. Вот есть тяжело, есть крайне тяжело, да? Я даже не знаю, степень тяжести, она крайне тяжелая. Сами цифры, о которых мы говорим, 7% людей с инвалидностью трудоустроены, да? 7%? Да. Они о чем-то говорят, да? Ну, конечно. О том, что это крайне тяжело реально найти работу. Вот, иногда мне люди с инвалидностью, студенты с инвалидностью задают вопрос. А вот мы закончим домля, дальше что с нами будет? Мы где-то будем работать. Что нас ждет? Это вопрос, на который я не могу ответить. К
крайне тяжело. Это связано не только с барьерами, да? Это, конечно, связано с барьерами, больше это связано с отношенческими барьерами, со стереотипами работодателя. Вот я недавно беседовал с айтишниками с инвалидностью. Есть у нас небольшая такая когорта. Я говорю, слушай, ты получаешь заказы, да? Да, как ты получаешь? По интернету. А твои заказчики знают, что ты человек с инвалидностью? Они говорят, облака, если вдруг они узнают, возможно, они перестанут мне вообще заказывать. Но были, конечно, ответы, когда сказали «да», «да», «не знают». Но в большинстве случаев они сказали, что «ну как, если они узнают о моей инвалидности?» Они будут очень сильно возмущены, и вряд ли они захотят со мной связываться. И многие люди с инвалидностью, если это возможно, пытаются скрыть свою инвалидность от работодателя только для того, чтобы он работал. Просто вот фактор того, что ты человек с инвалидностью, это тот фактор, что, возможно, ты будешь где-то кипишовать, там, если вдруг что-то не получится, да, там, возможно, ты будешь какие-то требовать условия, возможно, ты будешь, ну, еще что-то в этом роде, да, не будешь выполнять качественно работу. Мне кажется, это самый такой важный для работодателей момент. Они просто не доверяют, они просто не знают. С чего ты взял, что я не буду качественно выполнять? Ну да. Ты проверил мою работу, да? Вот логика такая. Почему вы вдруг подумали, что я некачественно выполняю свою работу? Если вы создадите условия, я буду не хуже выполнять. Но, к сожалению, вот такие стереотипы. То есть, если даже те же айтишники скрывают по дистанционной работе, да, хотят, что бы им сказать? Но они боятся. А возможно, если они скажут, работодатели не откажут, но факт в том, что вот эти стереотипы настолько укоренились, что те же люди, которые работают на дистанционном, так скажем, да, рынке, они просто не хотят это озвучить. Я вообще не любитель анализировать себя, что я умею, что я не умею. Не, ну, естественно, да, я осознаю как бы свой уровень там той же игры на барабанах, что да, далеко я не все умею, далеко не... Ну, для того рода деятельности, которой я занимаюсь, ну, нормально. Хочется лучше, хочется еще чего-то делать, поэтому продолжаю заниматься по мере возможности. Если бы не изрядное количество лени в организме, может быть, я и большего достиг бы, а это есть. Ну, то есть только лень, да, одна? Лень, вот это вот прокрастинация, вот это откладывание на потом. Ну, элементарно я пришел к тому, что надо изучать узбекский. Я начал даже, уже нашел преподавателя, потом карантин, что-то там вот думал, потом сейчас пройдет. Ну, такой был мини-карантин, когда нельзя было работать вечером. И мы не работали, не было дохода. Я думаю, сейчас закончится, продолжу. Вот уже скоро, уже можно было два раза узбекский выучить. При том, что английский в свое время я тоже изучал, ходил на курсы в очень хорошей компании. Мы там пели, играли спектакли, ездили в горы, тоже меня везде с собой брали. Я там довольно активное участие принимал. Не сказать, что прям на 100% я его знаю, но понимаю, говорить могу, барьера нет. Практики, конечно, мало, очень редко удается. То есть для другого языка это большое подспорье. Я, ну, по крайней мере, сейчас, общаясь с таксистами, я могу объяснить какие-то моменты. Но в идеале было бы лучше, чтобы я мог больше. Ну вот, надеюсь, что вот этой весной опять сделаю попытку. В принципе, вот агентство ООН посчитали, если не привлекать лиц с инвалидностью к общественно-политической жизни страны, то государство теряет 1.5% ВВП. Это большая сумма. Что туда входит, как вы думаете? Если, допустим, человек с инвалидностью работает, он платит налоги. Он помимо пенсии еще обеспечивает себя, свою семью и так далее. А если он не работает, полностью он сидит на шее государства, на шее налогоплательщиков. И где выгода? Выгода, когда он работает, активно участвует в общественно-политической жизни страны. И общество, которое не берет в себя, не интегрирует в себя такую огромную часть населения, да, это общество теряет очень много. И с моральной точки зрения тоже, не только с экономической. Цивилизованность любого государства определяется его отношением к пожилым, детям,
и лицам с инвалидностью. Если мы не имеем чувства сострадания, не будет этого сострадания и к нам. Это и воспитательный процесс тоже. Если мы ко всем относимся состраданием и как к равным... Но у нас с этим проблемы, судя по всему, в государстве. Огромная проблема. Если из 70 тысяч жителей Ташкента 40 тысяч, я имею в виду лиц с инвалидностью, сидят дома под домашним арестом, это я считаю, огромной проблемой. Я вот, ну, ввиду, может быть, лени, может быть, мама не настаивала и боялась. Может быть, если я был одиноким, мне пришлось освоить хождение с тростью по улицам. То есть вот этот навык мне не подвластен. То есть я исключительно с поводырем только хожу с кем-то. И поскольку город большой, мне периодически надо быть в той локации, репетиции, работа, концерты, когда куда, такси очень помогает. А, ну то есть ходите с поводырем в одиночестве и не передвигаетесь? Нет, получается. Ну только по знакомым каким-то помещениям, квартиры, дома, вот. Я могу просто из ответов таксистов. Там сразу начинается: ой, брат, вы такой молодец, тоже вот тут здоровые люди, и то вот они не работают, а вы молодец. Потому что я часто езжу с инструментом, то есть мне приходится барабаны, правда, не акустические, электронные, но они тоже занимают место, вес, а так как у многих водителей газовый баллон в багажнике, то мой весь став не помещается. Я обычно вызываю такси, звоню водителю, объясняю, что вот я слепой, плюс еще и музыкант, плюс еще вот груз, все чисто, все аккуратно, все помогу, объясню, как поставить, доплачу, поможете. Из 20, наверное, ну двое сливаются, да, есть такой факт, я не возьму. Вызывайте грузовик. А некоторые прям чуть ли не давай до подъезда, давай до этажа, какой этаж, брат, все донесу. Я говорю, не-не-не, вот поставьте в подъезд, я сам дальше. Мне так удобнее. И вот начинают, ну блин, вы молодец такой, классный, вы работаете, все, окей, молодец, хорошо. В основном так. Не, ну есть, конечно, которые, ой, как жалко, вот, а это, то. А так, ну, в основном... Какое-то такое, ну, не восхищение, но... Вот если представить, что у нас стала идеально доступная среда, ваши возможности расширились бы? Может быть, на процентов 70 расширились бы. Вот если про мои конкретно говорить, мои-то на большие бы расширились. Но все равно вот есть еще такое понятие, как персональный помощник. У меня... В машине, в багажнике инвалидная коляска лежит, походная. Это у меня домашняя, а там походная лежит, механическая. Вот я приеду куда-то, мне нужно ее достать. Это я сижу, смотрю, укя, юрдам бирасызме. Вот я должна кого-то найти, кто мне поможет ее достать. Хотелось бы, чтобы у нас еще и вот эта должность была бы введена. Чтобы у меня был человек. Вот я не могу уже несколько месяцев МРТ снять. Со мной всегда человек. Ну, пока все справлялись. То есть некоторые с опаской, да, ой, давай аккуратно. А как держать? Ой, а подожди, а вот здесь вот ступенька, а вот здесь вот это. Это бывает. Но в основном чаще я говорю, все, иди. И просьба быть моими глазами, а не моим мозгом. То есть я не люблю, когда мне говорят, шагай, поднимай. То есть я говорю, скажи, что шагать, куда поднимать, я сам определю. Препятствия мне обрисуй сначала. Когда я была в Финляндии, там мы были в одной организации, Кюниус, председатель этой организации, он был парализованный человек, у него только вот так вот двигалась рука. И мозги, и язык. Умнейший человек. Калли Кёнкеля. У него персональный работник 24 часа в сутки рядом с ним. Потому что у него дыхательный аппарат должен постоянно работать. Он следит за этим, он еще за чем-то следит. Вот он ему обеспечивает жизнь. А Калли уже работает на весь мир. У него международная организация.
Ну, элементарно был случай. Какой-то очень упрямый оказался водитель. Он меня довез до точки, которая была показана. И вот уперся все вот здесь. Я говорю, а что впереди? Мы доехали, он, я не знаю. Я говорю, как не знаю, объясни, что там впереди. Ну, в общем, пришлось мне грубо выходить из машины, потому что я был очень раздосадован таким поведением. Потому что обычно водители вплоть до того, что отменяют заказ следующий, чтобы меня туда довезти. Все, сейчас довезем, успокойся, брат, все нормально будет. Все, вот такое даже бывает. А здесь вот все, у меня уже заказ следующий. Я говорю, я напишу сейчас в поддержку. А, пишите, что хотите. Я говорю, ладно, все, вышел. А что делать? Я же не знаю, доехал до школы, не доехал. Ну, пришлось скинуть геопозицию человеку, он пошел меня нашел в соседнем дворе. Я говорю, это единичный случай и очень странный. Обычно водители вплоть до того, что там и дотащить, и довезти, сами справитесь. У нас очень хорошие, добрые водители. Ну, соседи бывают иногда там. Я приехал, давай, идем, помогу. Или я жду машину, она где-то там далеко встала, проехать не может, а он все понял. Идем, помогу. Пойти в метро, я так понимаю, человеку с инвалидностью, это как экстремальный тур совершить. Для незрячего человека самый удобный транспорт. Это не то, что потому что объявляют остановку, а потому что, например, вот вы возле кассы, когда проходите, вас встречает дежурная, которая посадит вагон и докладывает на ту станцию, куда ты едешь, диспетчер. И те, по сути, должны встретить. Но иногда бывает так, что кто-то проглядел, углядел, ну и кто-то упал. Бывает такое. Но на самом деле для многих людей с инвалидностью метро – это неудобный общественный транспорт. Но для незрячего человека это наиболее удобный транспорт, считается. Важно, еще один момент есть важный. Вот, допустим, автомобиль, да? Автомобиль является для лиц с инвалидностью средством передвижения, а не роскошью. Это даже, можно сказать, средство реабилитации. А у нас, имея в наличии собственный завод автомобильный, не выпускаются автомобили, приспособленные для лиц с инвалидностью. Можно перебью вас, кстати, в том же самом «Союзе» выпускались инвалидки, да, как назывались? Да. В «Союзе» выпускались два вида машин для лиц с инвалидностью. Одна мотоколяска, о которой вы говорите, маленькая, двухместная, и «Запорожец». И в 5 лет один раз лицам с инвалидностью бесплатно выделялись автомобили. Союз завершился, у нас этого нет. В России, кстати, до сих пор выделяют «Таврию», в Украине тоже, в Казахстане даже выделяют машины для лиц с инвалидностью. Мы не говорим бесплатно, мы даже говорим, слушайте, дайте нам по льготному кредиту, мы готовы все заплатить, ладно, но сделайте это без первоначального взноса. Чтобы человек зашел в салон, взял машину, да? А сумму первоначального взноса включите в общую сумму кредита и увеличите срок погашения. Мы не просим даже бесплатно, но даже это не делается. У нас с машинами для людей без инвалидности, в общем-то, проблема. Вот когда будет для лиц с инвалидностью, будет для всех и без очереди. Мне надо было с моей вот девушкой встретиться, поехать. Она с одного района еду, я с другого. Мы должны встретиться в определенной точке. У меня есть локация. То есть, ну, я Яндексом довольно лихо пользуюсь. Все, кроме карты. То есть точку передвинуть для меня это, ну, недоступно. Все, что буквами, словами, геолокацию из Телеграма открыть. Ну, в основном всегда приезжаю. Процедура такая обычно. Я вызываю из дома, там, допустим, 4 минуты и приедет. Я ищу связь с водителем, нажимаю, там нахожу кнопку «Позвонить», звоню. А здесь я почему-то решил вызвать не из дома, а из подъезда. Спустился уже, вызываю, 2 минуты и приедет. Белый Лассетти, там номер, все. Все, что касается заказа, я все могу прочитать, имя водителя. Они, кстати, вот тут очень удивляются, я когда рассказываю, говорю, вот все, я про вас все знаю. Вай, как так? Вы вообще молодец. И у меня там такая надпись вместо вкладки «Связь с водителем». Ваш водитель не слышит, пишите. А через 2 минуты приедет. И еще соседи, что-то дети, такой галдеж в подъезде. Я такая нервная обстановка. Что же делать-то? А печатаю я, печатаю, но очень долго.
То есть я не могу так строчить, как зрячий. Ну, может, для кого-то это даже быстро, то есть там такой принцип, что надо букву нащупать, потом ее отпустить. И если вдруг случайно задел соседнюю, она введется, надо удалить это все сделать. А тогда я еще не умел отменять поездку, и я не могу, вот я слышу, и все, уже вас ожидает, я слышу, что машина подъехала какая-то. Я думаю, что делать теперь? Мне надо, во-первых, ехать, во-вторых, что с этим делать водителем? Ну, думаю, ладно, давай напишу ему, попробуем. Все-таки дам шанс. Я же тоже такой же практически. Нахожу строку, там уже есть шаблон «Здравствуйте». Я пишу «Здравствуйте, я слепой, стою в подъезде, надо забрать». Все, отправить. Ну, через дверь, ну, буквально слышу, дверь открывается, подходит. Пойдем? Ну, пойдем. Все, посадил меня на заднее сиденье. У него работал навигатор голос. То есть я уже многие повороты даже знаю по Яндексу, что мы вот правильно едем, что здесь будет. Иногда даже таксистов корректирую, где надо правильно завернуть. Все, мы вот доехали. Нормально. Поставил все оценки. Идеальный водитель, чистота. Ну, кроме приятная беседа. Принцип действия следующий. Я одним пальцем нахожу нужное, а чтобы его ввести, нужно нажать два раза. Детали заказа. Тут я вот могу комфортное вождение сказать. Идеальный водитель. Комментарий, если хочу, напишу. И вот кнопочка готова. Я знаю, что она здесь находится. Я ее... Вот, допустим, куда едем. Да, вот домой я хочу поехать. 12 квартал, 3А, 17 минут. Мне говорит, озвучивается цена, я могу тариф поменять, комфорт, стандарт, бизнес, если настроение хорошее. Заказать 19 тысяч сумм, могу написать водителю комментарий. В принципе, все доступно, кроме, конечно, графики, карта. То есть я не могу точно проверить, где стоит точка, приходится доверяться уже вбитым сохраненным адресам. Лебазар, я себе заказываю продукты из корзинки. Вот она уточняет, на тот ли адрес я хочу доставить. Я говорю, да. И вот овощи, фрукты, зелень, сухофрукты, напитки, соки. В общем, я набираю себе корзину полностью сам, все оформляю. Если что-то не так, звонит наборщик, уточняет. Если я пользуюсь наличкой, а я пока и пользуюсь, хотя уже карты тоже в обороте. Карта неудобнее, чем наличка? Ну, удобнее, но не во всех случаях, поэтому у меня и то есть. Я прошу просто, ну, сказать, где какие купюры, и в разные карманы, там, что-то складываю пополам, что-то прямую. Так пользуюсь. Ну, может, когда-нибудь полностью перейду на безнал. Насколько вот это мнение, что не нужно считать людей с инвалидностью героями или жертвами, может испортить отношение к таким людям общества? Ну, ты как бы как все, ну и будь как все. Не повлечет ли это за собой проблем, как вы думаете? Ну, во-первых, конечно же, это меняет людей без инвалидности, потому что кто-то представляет человека с инвалидностью как героя. Очень часто мне говорят, ты знаешь, а ты вообще смелый человек, потому что ты вот ходишь, преподаешь. Или даже было такое, знаешь, я бы не знаю, что бы я с тобой сделал бы за место тебя. Не буду душой кривить, очень часто журналисты создают такие образы. Я как-то вот со студенткой, которая вот исследование проводила по стигмам, провели контент-анализ некоторых изданий, которые пишут, показывали по телевизору по вопросам лица инвалидности. Вы знаете, самое часто употребляемое слово в СМИ, когда они показывают про людей с инвалидностью, это несмотря на то, что. Несмотря на то, что он человек с инвалидностью, он достиг там, или он сделал вот это. И вот это вот, несмотря на то, что, может быть, они хотят хорошее что-то показать. Вы считаете, что это неверный подход? Да. Потому что вот это само по себе, несмотря на то, что он с инвалидностью, то есть происходит тенденция, что люди в первую очередь обращают внимание на то, что ты человек с инвалидностью. Вот эта самая фраза, несмотря на то, что. Зачем она нужна? Я как-то думал об этом, почему так делается. И понял о том, что журналистам, я не журналист, но тем не менее мне показалось, что про героев легче писать. Мне кажется, журналисты просто тупые. Как вот говорил японский писатель Мураками Харуки, да? А ты напиши интересно про заурядного человека. Просто
сделай интересный материал про заурядного человека, чтобы все читали, слушали, да? Ведь на самом деле в этом искусство, наверное, журналиста. Ну да. А не написать про то, что несмотря на то, что он там герой, или что у него там крыша протекает, потому что он человек с инвалидностью, да? Многие из вот, как бы, мои вот братья по несчастью, ну, с ними тяжеловато, мне, например. Они, ну, не то что сказать запуганные, они робкие во многих проявлениях, очень много чего боятся, очень много чего пробуют. Где-то прям приходится тянуть, уговаривать. Ну, в принципе, также и со здоровыми людьми много чего приходится доказывать, что давай, давай, пробуй, вот это надо делать, давай туда, давай сюда. То есть вам приходится доказывать здоровым людям? Иногда, да. Ну, не часто. Не часто, но почему-то не знаю. У меня есть знакомые. Меня вот как раз один из них научил говорить очень честно и откровенно. Ты слепой, он мне сказал. Зачем ты говоришь незрячий? Говори, я слепой. Меня вот немножко смущало всегда это. Во-первых, немножко шокирует здорового человека. И как-то такой легкий эпатаж, говорит. И ты уже как бы чуть-чуть хозяин положения. Я никогда не вращался вот в незрячей и слепой среде. У меня были знакомые какие-то, с кем я имел вот какие-то контакты, но именно вот все общение было со здоровыми людьми, и, может, это тоже повлияло на то, что я в этом направлении развивался, не боялся выходить в мир, не боялся ни с кем общаться. Да, не было такого, что родители там говорили, что нет, вот лучше не выходи, посиди дома? Ну, были, но не сильно. Такого не было, что меня вообще как бы никогда ничего не запрещали. Вот. Но в этом плане, ну, может, побаивалась мама как-то того, что куда я там пойду. Ну, вроде смотрел, ребят хорошие, все нормально. Всегда меня забирали, приводили. К нам надо относиться как к обычным людям. Только сделать для нас вот малость, доступность. Сделай, и больше ничего не надо. У меня 2 высших образования, красный диплом, вожу вам автомобиль. Ну, как только я доберусь до ступенек, вот я перестаю себя человеком ощущать. Вот я уже не человек, я какой-то вот выброшенный котенок за пределы дома. Вот если бы для меня вот это было сделано, и все, и не надо мне никаким героем считать. Я тоже считаю себя обычным человеком. Просто вот надо взять свою волю. Вот сейчас тоже мы с девочками общаемся. Они смотрят на меня, как на инопланетянина. Как будто не верят мне. Я вот на следующее занятие принесу им свои дипломы, свои права. Но они видели мою машину. Не знаю, верят или нет, что это я за рулем. Я это делаю чисто для того, чтобы они стремились к чему-то, что я такой же человек, как они, что я такой же человек, как обычные люди, здоровые люди. Но где-то хоть немного надо нам помочь. Вот с компьютером тоже пришлось подружиться, когда я узнал, что есть такая возможность. Появились специальные программы, которые озвучивают происходящее на экране. Ну, в общем, я вот быстро-быстро. И тут тоже вот благодаря маме дома появился компьютер, потому что я начал ходить на курсы. Курсы быстро закончились, и все. А практиковаться негде. Ну, она уже сказала, говорит, наверное, надо же все-таки уже дома, чтобы был твой. А то ты же все забудешь. Все как-то поднапряглись, самые там друзья что-то помогли, кто монитор подарил, кто модем подарил, в общем, с миру по нитке собрали. Все, как бы компьютер, потом дальше больше телефон пошел. Ну и вот потом Skype, и где-то вот на одном форуме барабаном у меня был ник Blind Drummer, и один парень мне пишет, говорит, а ты не это случайно, не зрячий, а то я тоже. Ну и начали общаться, и много-много интересных тоже было знакомых. Ну, тоже много ребят, которые активны. Может, они и здесь есть, просто, ну, я не общаюсь со многими. Есть наверняка кто. Я знаю, что есть пианист, один молодой парень, лауреат конкурсов. Есть еще. А как вот общаться на форуме, если ты не видишь? А, ну, только печатно. Объясню, что такое программа экранного доступа. Это приложение, которое озвучивает происходящее на экране полностью. Все, что слова и буквы, я все доступно. Картинки нет. И то есть уже варианты, когда заходишь на Facebook, программа тебе говорит, на изображении 4 человека,
в помещении играют на музыкальных инструментах. Или улица, дерево, человек. А если она даже знает, кто этот человек, в смысле определяет по лицу, она даже может сказать, в том числе вот ваш там друг такой-то. Вот это тоже очень большим оказалось для меня подспорьем выхода в мир. Это телефон, интернет, компьютер. Ну, изначально компьютер, потом кнопочный телефон, потом уже Android-смартфон, сенсорный экран. Вот в 2015 году я попробовал. 2 недели, конечно, были тяжелыми, привыкание. Благо, я не полностью сразу не перешел на него, как некоторые делали. Потому что для меня было просто тренировочно написать «Привет, как дела?». Это заняло минут 20, я устал просто. Это был очень тяжелый труд. И все, вот стало возможно. Телеграм, WhatsApp, все вот эти программы. 2 года уже как пользуюсь Яндекс.Такси. Привет. Восклицательный знак. Хочу, например, эмодзи. И тут вот куча всяких эмодзи. Раньше они не озвучивались, сейчас вот размышляет. Слезы рекой, влюбленное лицо, воздушный поцелуй, смеется до слез. То есть я могу уже даже себе такое позволить. И люди присылают, я тоже теперь знаю, что это. Обычно в Ютубе голосовой поиск я делаю. Альтер эго. Воспроизвести видео 39. Вот. Канал перейти на канал. Продолжительность. Безопасность. 2. Первый небоскреб в Ташкенте. Землетрясение Ташкента. Утренний. Все просто. А вот это я не смотрел. Утром 2 дня назад. Включаем. Видео проигрыватель. Нажмите дважды, чтобы показать. Вопрос сейсмоустойчивости. О, Кирилл. Написано в пресс-релизах у вас, что здание гипотетически может выдержать до 9 баллов землетрясения. Вообще много стереотипов вы встречаете в своей жизни? Да, очень много. Моя любимая история, которые я люблю рассказывать на всяких тренингах. Человек пригласил на день рождения, он взял зал, 45 или 46 человек где-то он пригласил. Все сидят, и вдруг девушка напротив сидит, я почти с ней не знаком, вдруг решила задать вопрос. «Вы знаете, я хотела бы вам задать вопрос, меня это всегда интересует». Я говорю, «Да, конечно, задавайте вопрос». Он говорит, «А вы сами купаетесь или вам кто-то помогает?» У меня ступор такой. Она знает, что я там работаю в университете, доцент, доктор там, да? Вот если человек задает вот этот вопрос, и 30 секунд я просто реально не знал, как ответить. 30 секунд. Ну, потом ответил, конечно. Мы должны, мне кажется, как общество тоже... измениться. Не то, что измениться, но говорить об этом чаще. Чем больше людей об этом говорят, тем лучше. Это часть общества, невозможно на себя разделять. Но, с другой стороны, это вопрос, прежде всего, образования и просвещения. Есть ли какие-то инструменты именно просвещения общества? Вот согласен. То, что я вот говорил о барьерах, да, и я упомянул, что самый тяжелый барьер – это отношенческий барьер, то есть просвещение общества, ликвидация стереотипов, плохих обычаев. Что за обычаи? Ну вот я же говорил, что ребенка прячут, боясь, что к ним не придут сваты. Ладно, это можно сказать не обычай, но это вот стереотип, так назовем. Вот стереотипы. И недаром одной из первых статей конвенции идет статья «Просвещение общества». Что в этом отношении можно сделать? В конвенции говорится, что государство размещает социальный заказ на производство фильмов. Вот то, что вы сейчас делаете, это можно было сделать. И у нас уже, кстати, это тоже в закон я включил, и оно есть в законе. Просто Министерство культуры об этом, может, не знает. Оно немного о чем не знает. Да. И там четко написано, что государство обязано каждый год размещать заказ на производство фильмов, спектаклей, передач и так далее, которые освещают положительный образ человека с инвалидностью. У нас же, кстати, я вот прислал мой труд такой небольшой для журналистов, как нужно освещать положительный образ лица с инвалидностью. Я вот всегда привожу пример темнокожих в Америке. Посмотрите фильмы, да, американские. Там обязательно один из героев чернокожий, образованный туда-сюда. Это для того, чтобы просветить общество. Потому что к чернокожим относились как людям второго сорта, что они не образованные туда-сюда. И чтобы это изменить в сознании общества, одним из главных героев любых американских фильмов является чернокожий. То же самое в любых фильмах, если был бы не главный герой, но какой
это второстепенный герой был бы, если бы человек с инвалидностью, да, это тоже бы изменяло общество. Кстати, в законе написано, что социальная реклама у нас бесплатна. Но многие не знают об этом, что социальная реклама бесплатна, что на социальную рекламу государство делает, должно делать заказ и оплачивать в виде социального заказа. Вот этот механизм, я думаю, должен работать. Просвещение общества – это краеугольный камень. Пандус построить легко, на это уйдет мешок цемента. А чтобы сделать пандус в голове, на это уйдет много-много времени, много передач, фильмов, спектаклей и так далее. Я вот в своем труде привожу один пример, который произошел со мной. В Национальном театре был спектакль, комедия. Одна девушка, уже засидевшая в кишлаке, не хочет выходить замуж. Хотя каждый раз ей, каждый год устраивают встречи с кандидатом. Что она делает? Она превращается в женщину с диагнозом ДЦП. И вот комедийно ведет себя. И, конечно, кандидат в женихи отказывается от такой невесты, кандидатуры. Зал весь хохочет. А я там сижу в зале. Никто не задает себе вопрос, а вдруг в этом зале сидит человек с диагнозом ДЦП? И каково ему видеть это все? И после спектакля я подошел к режиссеру, я говорю, вот это, я ему это высказал. Он говорит: «Айбеке, я даже об этом не подумал. Мне даже мысль об этом не пришла». И с этого момента этот спектакль снят с репертуара. Вот это отношенческий барьер, когда даже режиссеру в голову не пришло, что... Так мы мыслим, да, так мы... Да. А вот надо менять этот стереотип, и отношенческий барьер должен постепенно меняться, потому что никто не застрахован от инвалидности. У меня уровень самоиронии очень такой высокий, то есть я над собой тоже могу и пошутить, и поддержать. Многие не сразу еще понимают, черные очки, особенно летом, да, ничего такого. Не сразу еще все определяют, то есть я довольно смело себя веду. То есть хожу, если особенно это знакомое место, помещение, плюс сидит он на барабанах, что-то играет. Очень часто было такое: да ты обманываешь, ты видишь все. Как ты вот руку вот человеку протянул? Он с тобой заговорил, я говорю: на голос как? Да нет, ты видишь все. Или я, например, захожу в комнату, снимаю куртку, кладу ее вот на какой-то определенный стул. И уже когда мы заканчиваем, работу, я говорю: вон она, вон там, на стуле. Как ты, говорит, определил? Как? Положил же я ее туда. Вы же ее не убрали. Она там. Вот такие вот меточки маленькие, вот мои собственные, они вот для кого-то кажутся, что как так? Слушайте, вы ездите, вы общаетесь с разными людьми, прекрасно выглядите. Ваш не то, что такой банальный штамп, в чем секрет. Как вам это удается? Потому что есть же разные люди с инвалидностью. Сегодня мы видели ярких людей, но большинство же не такие. Зависит же много от внутреннего настроя. Я утром встаю: о, какой день недели, ой, чего сегодня, куда надо, не надо. Сегодня у меня вебинар. И начинаю шевелиться скорее, включаю быстренько завтракаю. Но у меня дом вообще как ресурсный центр. Ко мне могут прийти, делать ксерокопию, измерить давление, попросить каких-то продуктов, какую-то консультацию. И я ни в чем не отказываю людям. Потом я обратную связь получаю. Вот этот, который Тулкунаке, ходили, успокаивали. Он когда сготовит что-то, он косушку мне тащит. Наташа, попробуйте. Там другая соседка вчера принесла мне жареные баклажаны. Она у меня давление все время меряет, и я ей рецепты даю, как лечиться. Все зависит от того, как ты будешь к людям, так и люди будут к тебе. И не надо считать себя: ой, я инвалид, все мне помогайте, все меня лечите, все мне обязаны. Никто не обязан. Ты такой же человек. Никто тебе ничем не обязан. Как вот эта моя подруга, я говорила, врач Галия, она: хочешь, чтобы с тобой здоровались? Хочешь? Там девчонки смотрят на нее, я устраиваю такие встречи девочек. Да,
здоровайся сама первая. Хочешь, чтобы тебя любили? Люби первая. Вот это вот закон жизни, что я недавно одну вещь прочитала. Лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. И мы для них постоянно устраиваем эти встречи с психологом, постоянно, и объясняем, что это не психиатр, что не надо. То есть приходится формировать заказ сначала у населения. А потом уже они бегут к нам. А где ваш психолог? У меня сын хотел повеситься. А где ваш психолог? Женщина, которая вообще... Я нормальная, что вы меня к психологу тащите? Я же мог просто сидеть дома, остаться, никуда не ходить, ни с кем. Ну, с какими-то старыми там связями, друзьями общаться. Они бы мне все меньше и меньше звонили, а тем более приходили. Если так брать, вот просто все мои знакомые сегодняшние, это все те, кто уже... Я их лиц не помню, то есть я их не видел уже. Все, вот это все люди, кто в моей жизни были и сейчас есть, это все связи уже после. Ну, это напрямую, это же не только с слепыми. Можно сидеть, жаловаться, как все плохо, какое плохое государство, что нам не помогают, что нам ничего не дают, самое главное. Вот почему, а вот вы дали бы мне вот это, я бы делал. Вот так мне нравится вот это заявление. А я бы как бы больше ратую за то, чтобы не забирали то, что есть. Не забирали возможность работать, не забирали какие-то там еще моменты. Я себе возьму, я найду. Я заработаю. Так лучше строить свою позицию по жизни, на мой взгляд. Ну, музыка. Музыка, наверное, тоже дала большой толчок. Мне хотелось вот это. Я понимаю, что я очень много чего не достиг из того, чего, может, хотелось бы. Но я играю на сцене, играю с разными людьми. С кучей составов, с кучей проектов. Несколько альбомов записано с моим участием. Плюс вот это моя нынешняя деятельность как организатора концерта. Слово «продюсер» меня немножко смущает. Но отчасти, может, и продюсер. Спасибо вам, что вы люди, что поставили блага. С надписью «Тыск и сон, тело жалею добра». Ведь от него укрывает меня Челябинск. Ну, здесь просто уже чисто внутреннее состояние должно быть на каком-то таком уровне. Какая-то уверенность, целеустремленность, поменьше жаловаться, поменьше от кого-то ждать какой-то прямой прям помощи, что что-то принесут и дадут. Может быть, кстати, такое тоже может быть. Но обычно это происходит в результате вот именно правильного настроя. Ну, это, может, какие-то вот эти вот модные метафизические течения, что вот настрой все правильно, и все придет. На самом деле все не придет, придут правильные люди в вашу жизнь, которые помогут, которые подскажут. Может быть, так раскритикуют все, что вы делаете, и что захочется меняться, стать лучше. У меня таких просто очень много людей в жизни, кто мне, ко мне относится именно не как там с позиции жертвенной, жалеют, а именно вот дать людям возможность еще относиться к себе как к равному тоже полезно. Выслушать критику, выслушать совет, спросить совет, если даже нужно. Но это по мне, это не только касается людей с какими-то проблемами, это вообще для всех хорошо. То есть чуть-чуть смелее, чуть-чуть открытие, меньше страхов. Что-то появится, что-то придет обязательно. Для меня тоже это был очень сложный путь. Это вот игра на инструменте, обучение. А тем более какая-то коммуникация с другими людьми, с другими ребятами, с музыкантами.